Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Такого еще никогда не было. Каталог Oriflame номер 16 будет идти всего лишь 2 недели, с 15 по 27 ноября. И за эти 2 недели у нас будут целые 2 недели черных пятниц, потому что в этом каталоге астрономическое количество скидок, интересных предложений. И сейчас мы вместе будем листать этот каталог. Я вам покажу всю продукцию, которая есть у меня в наличии, расскажу свои впечатления и дам рекомендации. Я вам желаю приятного просмотра. Приступаем. Итак, поехали. На первой страничке у нас есть предложение заказать следующий каталог и пробники всего за 69 рублей, код 128450, и вы получите уже 17-й каталог, получите пробники, помады, ароматы Giordani Gold Essence и крем. Я так понимаю, здесь будет ночной крем. Может быть, где-то еще есть описание? Нет, не вижу. В общем-то, описание мы увидим, когда будем размещать заказ. Сплошная черная пятница. А, вот описание. Вот же, смотрите, пожалуйста. Да, крем ночной, пробник аромата и пробник помады Unlimited в оттенке темный румянец. Стойкая, кстати, матовая помада. Моя любимая тушь за 219 рублей. Это волшебная, просто космическая цена. Тушь 5 в 1, XXL. Вот такая у нее крупная кисточка. Я хочу сравнить с классической тушью 5 в 1, чтобы вы понимали разницу в кисточках. Она небольшая, но разница есть. Вот смотрите. Это классическая черная, а зеленая та, которая у нас идет в каталоге со скидкой. Как вы видите, чуть-чуть больше щетинки с двух сторон. Если у классики здесь практически нет щетинок, а просто легкий намек, что очень удобно для чувствительных глаз, то здесь у нас более выраженные щетинки. Но зато вот эта тушь, она очень классно прокрашивает все реснички, приподнимает, делает веером, их укладывает. В общем-то, я в нее влюблена. Моя любимая тушь уже много лет. Я пытаюсь перейти на любую другую, какие-то мне даже нравятся, но все равно я к ней возвращаюсь, потому что с ней мои ресницы в идеальном состоянии. 60% скидка, поэтому берем, затариваемся, всем рекламируем, рассказываем, потому что это очень классный продукт. Губная помада с эффектом Metallic On Color 139 рублей, 4 оттенка на выбор, от самых таких нюдовых до насыщенных. Матовая помада тоже серия On Color. Мне нравятся эти помады. У них такие неброские, простые упаковки, но сама помада по качеству классная. Зато вот ультракремовая помада за 249 рублей, мне кажется, давно такой цены не было. Вот ее вы можете просто рекомендовать всем. И упаковка стильная, интересная. Начинка великолепная. У меня есть 2 оттенка. Один оттенок 37665, это красное вино. Будем пробовать. Вот здесь у меня на руке, смотрите, густой, плотный, увлажняющий состав. Вторая помада моя любимая, сейчас скажу ее название, надеюсь, она здесь есть. Розовое дерево 37 651. Это помада на все случаи жизни. Смотрите, как она круто выглядит под любой макияж, под любой наряд. Она просто нейтральная, вы можете взять под нее коричневый контур или розовый, и она будет по-разному всегда смотреться. Великолепная, роскошная помада. Конечно, к помаде я люблю контуры. Без контуров редко крашу губы, поэтому наши контуры, они прекрасные. У меня есть несколько оттенков. Что я могу сказать? Они вот просто прикосновение, и они сразу шикарно лежат. Поэтому контуры можете рекомендовать всем и каждому. Скажите, какие они у нас классные. Вот тут, например, обводочку сделали. Растушуем, и будет у нас уже помада более теплая и насыщенная. То есть я контуром прокрашиваю все губы. 129 рублей. Я такой цены, честно говоря, даже не помню. Поэтому даже себе возьму какие-то. Помада с эффектом Metallic. Классная. Что мне в ней понравилось? Я пробовала верхнюю помаду, отдала ее маме, потому что мне этот оттенок совершенно не подходит. Она не царапучая, она отлично увлажняет, мягко лежит на губах, она сразу дает хорошее покрытие, поэтому помада очень хорошая. По поводу тинта для губ, у меня есть все 3 оттенка, я 2 вам захватила показать, один у дочки.
Я не скажу, что этот продукт прям вау, как мне нужен, или я от него в восторге. Пользовалась, в основном вот этим вот пользуюсь. Иногда дома, когда я хочу, чтобы губки были яркие, я просто наношу тинт. Но дело в том, что вот если его сейчас нанести, он впитывается в кожу, его потом не сотрешь. И это очень удобно для стойкого макияжа. Мне кажется, он будет популярный, особенно у молодых девушек. Как раз это у меня был энергичный красный и вот свежий ягодный. Но они прям вот впитываются и все, и остаются с нами надолго. Но мне не очень понравилось, они чуть-чуть полосят, то есть нужно тщательно прокрашивать. То есть это не прям вот моментально раз и сделал макияж, а с ним надо немножечко повозиться. И ни в коем случае не делайте, как сделала я. То есть выдавили на руку и начали переносить на щеки или на губы. Потому что тут останутся пятна, которые потом не смоются никаким средством, то есть они будут долго с вами, пока не пройдет какое-то время. Вот видите, я вытерла, а он не вытирается, все. И это очень удобно, если вот нанести на губы, и вы весь день будете просто с красивыми губами, яркими, сочными. Вот я, честное слово, одно время пользовалась прям насыщенно, ярко, постоянно, а потом про них забыла. Кстати, можно достать сейчас и пользоваться. Мультиактивный бальзам. Конечно, я его рекомендую, потому что он отличный помощник. Сейчас в зиму, когда перепады температуры, губы сохнут, а он так хорошо увлажняет и еще дает оттенок. При этом у него нет яркого запаха. Есть аромат, но не яркий. То есть такой вот, ну, приятненький какой-то, немножко сладенький, такой прям легкий. Ультрафикс – это помада для тех, кому нужна стойкость на весь день. У меня три оттенка. Я выбрала самую светлую, нюд. Я выбрала среднюю, терракот. И самую яркую, красную. То есть у меня есть три помады, которые на любой случай жизни подойдут. Так, нюдовая. Она как лепесток розы. Вот прям прикасаешься к губам и все. Один раз можно провести. То есть ее не нужно много раз возюкать. Просто губы моментально прокрашиваются. То есть вот я провела один раз, все, насыщенный. Просто для вас на камеру я провожу несколько раз, чтобы вы лучше увидели цвет. Смотрите, как классно. Вау, просто вот это моя любимая помада. Когда нужно сделать яркий макияж, я, конечно, беру эту помаду, и она стойкая 8 часов. При условии, что вы не будете кушать супчик со сметанкой, да, что-то жирное. Конечно, жирное, оно вот внутреннюю часть помады чуть-чуть растворяет, и лучше снять и заново прокрасить. Шикарная помада. Далее, помада Giordani Gold. Вот именно из этих серий у меня помады нет. Я их пробовала, у меня есть на канале обзоры на эти серии, найдите, посмотрите, как они лежат на губах в деле, потому что это важно увидеть, как это все красиво смотрится. Зато я могу вам показать упаковку, у меня есть две помады из прошлой коллекции, смотрите, как это выглядит. Кстати, помады уже у меня такие не юные, можно сказать, особенно вот этой я пользовалась. И посмотрите, упаковка абсолютно не испорчена, то есть она не поцарапалась, не затерлась. Вот за упаковку только уже люблю эту помаду. Ну и, конечно, у нее качество классное. Эта помада хорошо ухаживает за губами, она их напитывает, увлажняет. То есть она так плотно, красиво лежит. Вот на осень, кстати, ее нужно отложить, буду сейчас пользоваться. А вторую я брала такую нюдовую, светленькую. Я, конечно, ей совсем мало пользовалась, потому что я с ней очень бледная. Я думала, я загорю, буду яркая, эффектная. Но я так и не загорела, поэтому... А, кстати, вот это не анализ случайно? Да, вот она, ванильный крем. Видите, она очень светленькая. И она немножко отличается от помады в каталоге, которая показана. Она более, как бы, как же этот цвет сказать? Ну, я думаю, вы сами видите, как будто какая-то желтинка вот в ней есть. Давайте побольше нанесу. Вот видите, такая персиковость, что ли, да, что-то такое вот в ней отливает. Но цвет интересный. Могу сказать, что если она вам нравится, то вы будете, конечно, довольны и качеством, и самой помадой. Тональная основа стойкая минеральная. Кстати, у меня сейчас два оттенка как раз вот именно стойкой минеральной. В
фарфоровую и слоновую кость. Летом я пользовалась слоновой костью, сейчас я стала еще светлее, кожа стала, и я опять вернулась на фарфоровый. Давайте я вам их покажу. Фарфоровый чуть-чуть и слоновая кость, потому что они, конечно, отличаются. Тональная основа шикарная, очень ее люблю. Она безупречно лежит на коже, не забивается в порах. Видите, какая темная слоновая кость, потому что кожа у меня с синеньким подтоном, и она мне даже сейчас желтит. Поэтому когда летом кожа чуть-чуть подзагорает, то вид, конечно, совсем другой. А вот фарфоровая мне очень хорошо подходит, то есть она прям у меня исчезает на лице. Вот если их даже рядом много выдавила, конечно, рядом положить, то видно, что это будет светлее, а это дает такую желтинку. И со временем полностью сливается с кожей. Шикарный тон. И SPF 15, то что тоже очень удобно. Далее у нас вышла новинка. Кисть для нанесения тональной основы. Она приходит в такой коробке. Мы открываем кисть. А тут чудо, просто волшебство. Черная ручка с логотипом Giordani, золотой металлический корпус, который плотно держит ворсинки. И смотрите, эта кисть необычна тем, что она немного скруглена, при этом очень плотная, шелковая, прям вот такая, вау. Я думаю, что ей наносить тон будет особенно удобно и восхитительно. Такие кисти легко моются, долго служат. У меня до этого была тоже, есть сейчас кисть Giordani, там она ровно вот так сострижена. И мне кажется, вот эта форма более удобная. Я бы, конечно, хотела такую кисть, но сейчас мне стало удобнее носить спонжем. Надоели кисти, одно время только кистями пользовалась, и, наверное, вот просто захотелось переключиться на что-то другое. Очень рекомендую попробовать тональную основу с пребиотической сывороткой. Она волшебная. Если вот вы любите, чтобы тональная основа просто сливалась с кожей, то есть как вторая кожа, то вот она у меня вызвала такое вот ощущение, что ну, она просто невероятная. Мне, конечно, нравится и эта тональная основа, не спорю, она великолепная. Но для разнообразия, да, я меняю, я беру то одно, то другое, все время чередую. Необыкновенная тушь. Необыкновенная, потому что у нее такая кисть объемная, подкручивающаяся, и смотрите, она как волна, изгиб волны, то есть мы можем крутить, вращать, менять направление, и вы знаете, получаются действительно очень объемные длинные ресницы и подкрученные. Кто любит объем и хороший уход, то вам, конечно же, эта тушь очень понравится. Вторая тушь, супер тушь для ресниц, она идет у нас с кисточкой полимерная, да, такая силиконовая кисточка. То есть здесь у нас привычная, да, пушистая. Я больше люблю, конечно, такие кисти. Все, меня этот палец пугает, что он у меня такой яркий. Вот представьте, да, вот они тинты, они уже потом не стираются. Такие они классные. Ароматы. Вот про ароматы я не буду долго рассказывать. Я скажу вам одну фразу. Вот здесь внизу, в каждом аромате, где есть описание, написано код пробника и код пробника. Он отличается от кода оригинала. Поэтому заказывайте сначала пробники, тестируйте, носите на себе, на своей коже, потому что у нас у всех разная кожа, разный собственный аромат, разный гормональный состав, и мы все по-разному пахнем с одним и тем же ароматом, и мужчины, и женщины, поэтому нужно заказывать пробники. Цены просто, конечно, удивляют. Здесь действительно восторг такой, и нам за 2 недели нужно будет успеть все это всем показать, всем дать попробовать, всем рассказать, чтобы люди успели воспользоваться такими уникальными предложениями. У нас выходят новые ароматы, женские и мужской, парные ароматы. Это духи, высокая концентрация стойкости, прям максимальная. Женский восточно-цветочный Signature Fo Hyo. И мужской у нас будет древесный ароматический Signature Fo Him. То есть вы можете заказать заранее пробники, потестировать, потому что вот женский аромат, он классный, просто классный. Мужской я еще не до конца распробовала, поэтому чуть позже буду записывать обзор на эти ароматы, потом посмотрите. Посмотрите потом. Кстати, здесь есть для мужчин, если заказываете мужской аромат, крем-гель после бритья идет в подарок и пакет. А что за пакет? Вот он тут прячется. А в женскому аромату у нас идет тушь в подарок. То есть тушь Giordani Gold. И... А где пакет? А почему нет пакета? Здесь только тушь получается.
А пакет мы заказываем за 69 рублей. А, нет, туши пакет в подарок. Ну что ты смотришь в книгу, видишь? Сами знаете, что. Вот, далее. У нас такие прекрасные ароматы Divine. Вот это вот волшебные фигурки. Я вам их очень хочу показать. Две фигурки. Одна в голубом наряде, другая вот в таком вызывающе красном. Украшены кристаллами Сваровски, крышечка. Это действительно произведение искусства. Вот флаконы в Oriflame, как и сами ароматы, они действительно приравниваются, на мой взгляд, к произведению искусства, потому что шикарный выбор, шикарный состав, ароматы на любой вкус. Если вот голубой на меня не производит сильного впечатления, то красный у меня, да, он вызывает у меня мурашки и желание им пользоваться, потому что он мне сейчас подходит под мое настроение, под мой, как сказать, не знаю, сезон, да, то есть хочется сладкого, хочется дерзкого, такого искрящегося, да, хочется быть выразительной, и этот аромат, конечно, мне очень даже понравился. Поэтому выбирайте, дегустируйте, у нас такое разнообразие, классный ассортимент. А есть еще парфюмированные спреи, они уже идут на пару порядков даже по цене, по ценовой политике ниже, 299 рублей всего, 75 миллилитров. У меня оба эти ароматы, вот этот у меня еще не закончился, этот у меня тоже есть. Они очень вкусные, приятные, но они абсолютно легкие, и они мне нравятся именно после душа, просто распылить облако, войти в него, и такое ощущение, что я вся такая вкусненькая, вкусненькая, как цветочек. Мне это очень нравится. Но это ароматы не для того, чтобы вот ходить, да, там, например, на вечер куда-то. Нет, это вот именно для тела, для того, чтобы быть просто вкусной. После душа, да, после ванны быть вкусной. И такие у нас шикарные ароматы, мои любимые. Уход. Уход за лицом – это отдельная история. У всех есть кожа, и у мужчин, и у женщин. Поэтому, когда мужчина говорит: «Я не ухаживаю», я говорю: ну как же, у тебя же есть лицо, есть кожа, как это ты не ухаживаешь? Обязательно нужно ухаживать. Женщины любят, когда у мужчины тоже чистая кожа, чтобы поры были чистые, не было воспалений, чтобы от мужчины приятно пахло, в конце концов. И вот этот набор Novage, он просто потрясающий. Когда Михаилом пользуется, я обожаю этот аромат. Я даже сама у него брала, пользовалась. Очень понравилось. Кстати, вот в этой серии у нас мыло белое идет. Оно прекрасно подходит также и для того, чтобы умыться. Вот сейчас Михаил умывается этим мылом, и ему очень нравится, очень комфортная, просто прелесть. Мыло-скраб, конечно, для тела. И посмотрите, эта серия, она на, как бы для мужчины есть и дезодорант, и гель для душа, гель-скраб. То есть здесь все, что нужно нашему мужчине, чтобы он тоже чувствовал, что это его продукция, да, чтобы не было такого, что мужчина берет ваш там гель какой-нибудь цветочно-фруктовый. Мужчины любят, чтобы у них тоже были свои продукты. Также есть средства после бритья, шампунь, мыло и тоже спреи, спреи, да, парфюмированные. И обратите внимание, у нас есть возможность заказать набор «Интенсивная свежесть», и в него входит спрей и увлажняющий гель после бритья. И в наборе, конечно, заказывать намного выгоднее, чем брать порознь. Также для мужчин есть дезодоранты, которые больше, да, вот нам рекомендуют, подойдут под определенный аромат. И в наборе, конечно, мы берем тоже выгоднее. Также женские коллекции у нас идут в наборе с с дезодорантом или с лосьоном, плюс коробочка подарочная. То есть нас уже так технично готовят к тому, что скоро праздники. И она заботится. То, что вы посмотрите, какие классные коробочки, нарядные, подарочные, в которых получать подарок гораздо приятнее, когда он красиво оформлен. Я думаю, что эта идея нам всем понравится, тем более, что в наборе получается почему-то всегда выгоднее, чем заказывать по отдельности. У нас есть стойкая тушь для ресниц, и я бы даже сказала, что она скорее водостойкая, потому что она смывается средством для снятия водостойкой косметики, то есть она очень хорошо держится на ресничках. И если вы бываете много на улице, попадаете в снег, в дождь или ходите в бассейн, то вам такая тушь, она, конечно, просто необходима.
Помада для бровей. Этот продукт не так давно вошел в копилочку классных продуктов Oriflame, потому что действительно очень классно, удобно. Как вы видите, кисточка спрятана в крышечке. Кисточкой мы набираем продукт, и мы делаем себе красивые бровки. Нежные, бархатные. И эти бровки выглядят так, как будто у вас такие норковые, как шубка норковая, бархатные такие. Конечно, по тональной основе не красят, волосиков тут у меня нет, но это очень классно. Мой оттенок коричневый средний, он мне идеально подходит. Частенько выбираю именно этот продукт, когда хочется сделать более естественный, более легкий макияж, то однозначно я буду использовать помаду для бровей. Смотрите, здесь у нас еще есть тушь с эффектом кошачьих глаз. Классная тушь, на нее хорошие отзывы, как мой отзыв, потому что мне редко подходят кисточки. Это мне подошла. Она делает акцент на внешние реснички, и получаются такие глаза немного как вздернутые вверх. Во-первых, это омолаживает взгляд, во-вторых, это выглядит очень красиво, как будто глаза такие миндалевидные становятся. Кисточки необходимые как раз для бровей, расчесочки. И здесь нас ждет супер классная подводка. Если обратили внимание на мои стрелочки, то я их сегодня как раз делала с помощью этого продукта. Длинная тонкая кисть. И этой кистью мы можем делать вот такие вот красивые стрелочки. А можно сделать прям кончик острый-острый, такой тоненький вывести. Прям аккуратненько, так мне очень нравится. Можно сделать чуть толще стрелочку, то есть с этой подводкой можно играть как хотите, сколько хотите. Она стойкая, и мне нравится, что я долго могу с ней работать, она моментально не схватывается, то есть долгий такой продукт, можно с ним поиграть. Карандаши для глаз, здесь у нас три оттенка и четвертый, последний раз в каталоге, красное дерево. Странно, кстати, очень интересный цвет, очень модный в этом сезоне. И здесь стойкий маркер подводка, тоже им удобно рисовать стрелочки, но у меня он быстро забивается, потому что я сначала крашу тенями, потом рисую стрелки, и когда я стрелки крашу сверху по теням, то вот именно эти сухие тени забивают кончик, и из-за этого у меня очень быстро заканчивается этот продукт, поэтому я предпочитаю жидкие подводки. Роскошная пудра, вот просто роскошная, тоже у меня сегодня она как раз на коже, как видите, пользуюсь активно, здесь уже есть дырка, хотя у меня сейчас две пудры, и мне очень нравится и Giordani, и вот это. Но вот эта пудра уже для меня стала темновато чуть-чуть, оттенок бы я взяла себе посветлее, у меня средний, а мне нужен сейчас на зиму самый светлый. Но у меня есть кое-что в запасах. Так, далее. Ультрастойкая корректирующая тональная основа. Это для тех, кто любит, чтобы у пуховиков воротники не пачкались тональной основой, потому что она очень хорошо крепко держится на лице. Здесь у нас 5 оттенков. Она плотненькая, хорошо перекрывает все недостатки. Лучше всего воспользоваться таким спонжем для макияжа. Ну и затем снимать макияж как с глаз, да, всего удобнее из губ вот таким средством для снятия макияжа. Специализированное средство. Хотя я люблю больше средств для снятия водостойкого макияжа. Здесь у нас новый консилер, который меня просто порадовал, потому что он более плотный, чем у нас был предыдущий. Поэтому он прям буквально с первого раза перекрывает все синячки, венки, там, пигментацию и так далее. Он более плотный, он не собирается в морщинках, не забивается, лежит отлично. Вот я им уже пользуюсь недели три, и я им очень довольна, поэтому рекомендую смело. Прошлый был более прозрачный, более увлажняющий, но и этот не вызывает никакого ощущения сухости на коже вокруг глаз. То есть никаких претензий к продукту нет, а только благодарность. Кстати, нравится, что прозрачная упаковка, сразу видно, какой оттенок и сколько его здесь еще есть. А вот стики, они влюбляют, мне кажется, сразу. Конечно, я их себе набрала, потому что мне они очень нравятся. Но, как любая девушка, я сначала пользуюсь, потом бросаю. И сейчас пользуюсь так, от случая к случаю. Смотрите, хайлайтер такой деликатный, с розовым сиянием. Очень прикольно выглядит. Это у нас средство для контуринга, не рыжит. То есть прям отличное средство для того, чтобы сделать контуринг лица. И румяна. Обращаю внимание, какой красивый тон. То есть он просто натуральный. Румянец.
Не розовый, не рыжий, не коричневый, вот просто приятный цвет, натуральный. Как бы вот если кожа, да, немножечко зарделась, да, такая была бы свежая, то это как раз именно тот самый тон, который все обычно ищут, да, чтобы он был более естественный. Далее. Здесь у нас тоже есть кисточка для консилера. Кстати, кто-то спрашивал, кисть для консилера. Вот она есть прямо здесь. И прикольные продукты, праймеры. Они разные. Кстати, есть еще зеленый. А где? Неужели его здесь не показали? Потому что, мне кажется, зеленый один из самых популярных. Один у нас праймер, который придает сияние, освежает кожу, да, как бы подсвечивает ее с экстрактом алоэ вера. Второй у нас дает матовость, то есть матовый эффект. Здесь экстракт зеленого чая для сужения пор и борьба с жирным блеском, да, чтобы контролировать его. Тени. Вот тени Refill шикарные, тоже их всем рекомендую. Только маленький нюанс, не вижу. К ним нужен праймер. Вот если вы просто тени будете наносить, они, конечно, очень красивые, яркие, есть вот матовые оттенки. Тени супер лежат, они не осыпаются, не собираются. Но нужна какая-то основа для того, чтобы их зафиксировать. Потому что когда мы их наносим на кожу век просто без всего, без базы, они будут вот такие легенькие, прозрачные. А когда мы даем сначала основу и наносим цвет, то, естественно, более плотное покрытие. Макияж получается такой сочный, яркий, эффектный. Конечно, я всегда за праймеры, да, за подложку. Кто ко мне пришел, смотрите, пришла помогать. Ушастая помощница сдвинула мне каталог. Так, они чего-то сегодня расхулиганились. И, конечно, здесь нужна магнитная палетка. С другой стороны, здесь вот есть такие дырочки, чтобы иголочкой вытолкнуть тени и заменить. Поэтому вы можете постоянно менять. На лето одну палетку собрать, на осень другую, зимой третью и так далее. К счастью, огромный выбор вариантов. Матовые с блеском. И, конечно, по тональности они все очень, очень даже симпатичны. Вот я бы себе взяла с моей коллекции. У меня есть еще вот такие зеленые. Есть еще один цвет. Забыла какой, что-то его здесь не вижу. А, вот такой у меня благородный серый есть. И есть, нет, благородный серый как раз здесь. А вот одного не вижу. А, у меня сливовый тауп есть. Я бы взяла себе вот такие вот рыжинки. Бронзу, апельсинчик. Вот я такие очень люблю оттенки. Далее, AZ тональные основы. AZ крем, да, для лица. Чем они отличаются? Один у нас идет матирующий, мультифункциональный, второй увлажняющий. То есть вы смотрите по вашему типу кожи. То есть этот у нас идет для жирной комбинированной, второй для нормальной сухой. Все. То есть все просто. Вот тон выбираете, какой вам понравится. Классные основы. У меня Лера, вот дочка, только такими пользуется. У меня на канале есть видео, где я показываю эти все аксессуары. Посмотрите обязательно, потому что они яркие, эффектные, очень даже интересный дизайн у них. Поэтому многие, мне кажется, могут себе такие вот приобрести и просто блистать. Это очень красиво, когда такие яркие штучки, да, мы достаем, все смотрят, ух ты, что это у тебя такое красивое. А для ногтей однозначно рекомендую жидкость. Потому что она просто бомбическая. Я не побоюсь этого слова. Потому что, например, вот когда лаки вот такие с блестками, и когда много блесток, вы знаете, что их очень сложно удалять. Это средство с любой сложностью справляется, абсолютно с любой. Конечно, у него рисковатый аромат, поэтому я когда снимаю, делаю маникюр, снимаю лак, я, естественно, делаю это с вытяжкой в ванной или окно откидываю, когда погода позволяет. Потому что, конечно, запахи у таких средств всегда насыщенные. Далее у нас есть ночная маска. Ее наносим и руки уже не моем, потому что она смывается просто водой. Для ногтей масочка, укрепляющее покрытие, которое позволяет нам делать, можно делать без маникюра, то есть без покрытия лаком, сделать маникюр, нанести это покрытие, будет очень красивые, просто ухоженные, красивые ноготочки. Так, далее серия Giordani Gold.
Здесь у нас карандаш для бровей. Кстати, забыла взять, а сегодня я именно им красила брови, ведь у меня они, видите, яркие такие, выразительные. Жидкая подводка Giordani. Тоже была у меня такая подводка. Единственное, что здесь, конечно, кисточку не видно, очень длинная кисточка. Единственное, что мне не понравилось, она моментально высыхает. И если есть какая-то ошибка или хочется медленно вести, то можно не успеть. Вот это единственное было, что мне не понравилось. Кисть для пудры, которая у нас прячется в кисточку, закрывается колпачком. Жалко, что ее здесь не показали, потому что это очень классная кисть. И матирующая компактная пудра, я ее не заметила, что она здесь есть, а она у меня есть в наличии. И я могу сказать, что эта пудра наикрутейшая просто. Я долго думала, какая мне больше нравится, я так в принципе и не поняла, потому что и этой пудрой я очень-очень довольна. Но вот с пудрой Giordani, мне кажется, лицо как будто отфотошопленное получается. То есть такой эффект, ну, просто вау. Вот те самые классные коробочки, они будут стоить 199 рублей, размер 9 на 7 на 16, то есть высота 16 туда, да, и сюда. То есть с одной стороны 9, а вторая поуже 7. Ну, здорово, конечно, мы туда сможем положить продукцию и делать классные подарки. Эта страничка радует румянами, румяна в двух оттенках: персиковое сияние или жемчужное сияние. И, конечно же, рекомендую вот такую пудру сияющую. Дело в том, что эта пудра, она улучшает тон всего лица за счет того, что здесь такие оттенки подобраны, которые делают коррекцию, светокоррекцию. Сиреневый, коралловый, золотистый, мятный и белый. Я когда наношу эту пудру, то лицо визуально становится просто сразу моложе. То есть оно какое-то свежее, такое сияющее. Ну, конечно, этот продукт я очень люблю. Во-первых, это вот сама форма этих шариков. Они как вот вкусные конфетки. Это просто прелесть. Конечно, у меня есть румяна, но здесь не показан мой оттенок. Тени. Очень удобная, небольшая, такая маленькая карманная палеточка, как я ее называю. Удобно брать с собой в дорогу. 8 оттенков теней сверху и 2 оттенка для бровей. Кисть, конечно, абсолютно неудобная, я такой давно не пользуюсь. То есть кисть в любом случае нужна хорошая, не одна, две кисти как минимум. Одна для светлых теней, другая для темных. И мне нравится, когда кисти разных форматов. То есть плоская, круглая, да, там пушистая кисть для растушевки, для подведения. Вот такая она должна... Плотная, кстати, кисть, которую мы используем для консилера, я ее использую для того, чтобы прокрасить вот эти вот красивые уголочки. Если я хочу сделать выразительный макияж, как у меня сегодня, кстати, то, конечно, я использовала такую острую, плотную, упругую кисть. Далее у нас есть карандаш для стайлинга бровей, то есть это такой воск, который позволяет нанести вот на брови и сделать их такие как стоячие брови. Подводка Kajal для глаз, никогда не пользовалась, я не умею ей пользоваться, может быть, когда-нибудь я до нее дорасту. Но знаешь, что с этой подводкой очень круто делать макияж Smoky Eyes. Я вижу, как делают девочки, я, конечно, им завидую, но и сама я такой макияж храбрый не делаю. Поэтому вот так. Про точилку 149 рублей, смотрите, какое чудо, я, конечно, сейчас насорю. То есть у нее открывается тут дно, не буду открывать. Есть такая шпажка, которую вот так мы почистим, вот это все, что прилипло, да, везде вот все уберем лишнее. Шпажку на место поставим, все вытряхнем, и у нас все будет вот так вот классно храниться. Обожаю эту точилку. Единственное, что я не пользуюсь для большого формата карандашей, в основном все у меня вот такие маленькие, но точилка очень классная. Есть у нас также тушь, два варианта, объемная водостойкая и просто объемная тушь, серия On Color. Она, в общем-то, любимица у многих. Я сама люблю некоторые продукты, принципиально прям обожаю их, потому что они классные. Есть карандашики, два варианта, коричневый, такой хороший коричневый цвет, не в рыжину, не в красноту, прям хороший такой шоколадный густой оттенок, и черный. И есть классный продукт, оттеночный гель-уход для бровей и ресниц. То есть он и ухаживает, и дает легкий оттенок. Очень любят его блондинки, у которых свои пушистые такие объемные реснички, потому что не хочется перегружать макияж чем-то резким, да, черным, а хочется быть естественной такой, но
чуть-чуть добавить выразительности. Поэтому такой бальзамчик, он, конечно, помогает. Лаки для ногтей, как вы видите, вот они у меня здесь. Три оттеночка. Хулиганят кошки, не обращайте внимания. И вот они у меня на ногтях. Что я хочу сказать? Лак. Два-три слоя нужно носить. У меня вот здесь два слоя, вот на этом три. А везде два. Он не царапучий, то есть гладкая поверхность. Хорошо лежит, но я, правда, его сегодня только вот накрасила, поэтому я не знаю, как он будет долго носиться или нет. Кисточка мне не очень понравилась, на самом деле, кисть, хоть и написано, что здесь она широкоугольная для удобного нанесения, но мне, наоборот, не понравилось то, что она такая ровная. Я люблю, чтобы были скругленные немножечко краешки, чтобы красиво прокрасить лунку. А здесь она прямо резко ровная, но не принципиально, я все равно смогла накрасить, как вы видите. Меня не испугаешь ничем. Вот, но лаки, конечно, очень даже забавные. Такие праздничные, сияющие, особенно вот фиолетовый, но вообще какой-то необычный. У него такой перелив классный. Ну, мой фаворит — это солнечный рыженький. Адаптивный блеск для губ. Этот блеск мы наносим, он сначала такой прозрачный, но в течение буквально 5 минут он становится ярко-розовым. То есть это прям как игрушка. Матирующий BB-крем и тональный флюид – это разные продукты. То есть матирующий классно будет для обладательниц жирной комбинированной кожи. Флюид – это для того, чтобы просто придать ухоженный вид. Кстати, у меня этот продукт очень любят взрослые женщины, которые не любят пользоваться тональной основой, но когда они попробовали один раз вот этот персиковый, он прям с персиковым маслом, и аромат персика есть у этого продукта, и они уже им пользуются постоянно, потому что просто свежее, более молодое лицо получается, когда вы пользуетесь таким продуктом. Попробуйте, кстати, мне потом расскажете, понравилось вам или нет. У нас уходят некоторые продукты, где вот стоят такие восклицательный знак, написано последний раз в каталоге, значит, их больше не будет. А, кстати, очень даже жаль, потому что это редкие оттенки лаков. Не часто я встречаю такие интересные коричневые, золотые цвета. И уходит закрепляющее покрытие гель-лака. А оно, кстати, я его использую как сушку. Мне понравилось, потому что у меня с сушкой была проблема. Новая, которая у нас вышла, не очень мне понравилась по сравнению с прошлой. А этот все-таки продукт достаточно хорошо сушит лак. Двухсторонний карандаш для бровей тоже стоит у нас, что он уходит из каталога. Так, что еще интересненького? Да вот у нас там тоже мини помадки почему-то уходят. Кстати, классные помады. У меня дочка отжала теплый коралловый и постоянно ей пользуется. Она так классно лежит на губах. Это просто класс. Кстати, можно заказать пробники на помаду. Безупречный матовый, как бархат. Unlimited. И эту помаду мы можем покупать уже в оригинале. Комплекс омега-3. Да, конечно, wellness — это отдельная тема. Я никогда на обзоре не рассказываю про wellness, да, много. Я просто говорю, что этот продукт очень нужный, очень полезный и для детей, и для всех возрастов. Мы сами очень любим коктейли. Вот сейчас заканчивается клубничный. Буквально перед эфиром я как раз его выпила, потому что ужинать рано, а кушать уже хочется. И чтобы вот не было слюноотделения, да, речь была хорошая, я выпила порцию коктейлей. Сейчас себя чудесно чувствую. У нас есть шикарные витамины, которые я постоянно пью. Мы всей семьей пьем эти витамины Wellness Pack. Они хороши для иммунитета, для красоты, для здоровья и для красоты изнутри. То есть благодаря этим витаминам, которые я пью уже более 12 лет, кожа, видите какая, она мягкая, она не покрывается морщинами, она не становится какой-то, знаете, я не знаю, ну не стареет она так страшно, как было бы, потому что раньше моя кожа выглядела хуже, а сейчас она как бы напитана изнутри. Здесь две омеги, омега-3, необходимые жирные кислоты. Черненькая — это астаксантин, это мощный антиоксидант. А таблеточка — это мультикомплекс, да, витамины и минералы. То есть все, что нам нужно для того, чтобы быть красивыми, здоровыми, чтобы был крепкий иммунитет. Про иммунитет сейчас только все и говорят, да. И отдельно есть у нас внутрикомплекс для волос и ногтей.
То есть он целенаправленно помогает укрепить волосы, чтобы они были лучше по качеству, блестящие, здоровые, крепкие, чтобы волосы не убегали с головы. Для ногтей тоже хорошо. Но на моих ногтях не сработали эти витамины на волосах. Да, я заметила результат прям сразу. А мои ногти, мне кажется, ничего не удивит. Здесь вот внутри такие таблеточки. Их нужно 2 в день выпивать. Во время еды. Вот. Тут, конечно, такое разнообразие, ассортимент. Любимые мои витамины — это астаксантин и экстракт черники. То есть это всегда с нами. Ездили вот в поездку, брали с собой и пили по 2 каждый день, чтобы организм был выносливее. Потому что в путешествиях мало спишь, много ходишь. Это стресс, да, постоянно много общения. Вот благодаря им мы более как бы становимся выносливыми и сильными. Очень люблю наш кальций. Тоже я по нему вот сразу у меня был результат. У меня начали болеть ноги. Вот ноги, где вот тут сгиб. И когда я утром просыпалась, я не могла встать сразу. То есть я не могла даже ноги разогнуть. Они у меня даже хрустели. Мне было просто больно. Это так было удивительно, что, боже мой, я что, старею? Я прям даже испугалась. Но я начала пить кальций. Через 2 недели у меня ушла эта проблема. Я больше ничего не делала. Я только жевала на ночь вот этот кальций. То есть жевательные таблеточки. Их надо сразу после еды на ночь подживать. Вот, тоже очень рекомендую. И обожаю наш пребиотик. Этот пребиотик я оценила после Нового года. В принципе, у меня нет проблем с кишечником, да, с пищеварением, потому что мы обычно питаемся, как бы не, у нас нет жесткой какой-то еды, там все пережаренное, да, там тушеное. У нас как бы все более легкое, я не знаю, ну как-то хорошее питание достаточно. И на Новый год мы просто отрывались: салаты, майонез, жареные, шашлыки, по гостям, то есть всякая еда. И меня спас вот этот пребиотик. Я просто пила с водичкой, одну ложечку разводила. У меня очень быстро восстановилось все вот внутреннее, да, кишечное, и стало мне хорошо, очень-очень хорошо. И батончики. Ну, на мой вкус, я бы не сказала, что они прям вкусные. Что вот прям ешь как шоколадку, оторваться не можешь. Это здоровый перекус, как и коктейль. Просто перекусить, чтобы не съесть какую-нибудь ненужную гадость, да, которая вкусная, но вредная. А вот такой вот перекус, он, в общем-то, полезный. Батончики с отличным составом. На мой взгляд, конечно, это, ну, сначала смотришь, так дорого. Но потом, когда мы посмотрели по сайтам, да, и увидели цены на примерно такой же состав, то мы поняли, что это недорого. Но это вкусно. Это очень вкусно. Я сейчас прям съела. Ой, прям захотелось. Но так как я буду жевать, я не смогу говорить. Поэтому съем потом. Вот, чтобы вы понимали, что это круто. Если у вас есть возможность, да, материально, то детям берите, чтобы они не ели всякую гадость, эти киндеры и так далее. Пусть они лучше кушают полезные батончики. А, кстати, когда у меня Лера ходила в школу, я ей каждое утро давала батончик с собой, чтобы она не покупала там вот пиццы, вот эти всякие плюшки, а просто съедала один батончик и воды. Батончик и воду, все, это был ее здоровый перекус. Далее у нас идет очень полезные продукты для красоты уже снаружи. Это обновляющий пилинг. Такой вот пилинг, который мы наносим на 20 минут и оставляем на лице, потом смываем и делаем свой обычный уход. То есть такой плотный пилинг. Кстати, вы придете в салон, вам сделают примерно то же самое, только за 1500, а здесь за 749 рублей вы получите 100 миллилитров, и вам хватит очень надолго. Он мягко-мягко отшелушивает мертвую кожу. И после того, как вы смоете этот пилинг, вы увидите, что ваше лицо стало моложе, светлее, ровнее, и это, оно как будто дышит. Вот никакого механического, да, вмешательства, просто нанесли на чистую кожу, оставили 20 минут, смываете и просто падаете в обморок, какая вы красотка. И, конечно, рекомендуют эту лопаточку. Видите, она прям классная, ей так удобно маски наносить, и пилинг тоже. Хорошая вещь на долгие годы, которая прослужит. Такой, я их называю гаджеты. А далее, напиток Aqua Glow. Один раз брала,
тоже так на цену смотришь, думаешь, мамочки, как дорого-дорого. Но я брала перед Новым годом, выпила, каждый день пила по одному стаканчику. Вкусняшка невероятная, просто, знаете, как будто вот морсик такой, брусничка, чуть-чуть с кислинкой, очень приятный. Щечки стали прям розовые, личико стало розовенькое, светленькое, свеженькое, такая хорошенькая прям вот была, когда пила этот напиток. Как-нибудь повторю. Ну просто сейчас у меня идет акцент на витамины, так как семья большая, еще и родителям покупаем витамины. Конечно, уже как бы всегда думаешь, так, что лучше взять, wellness pack, да, или это. Поэтому, конечно, я вам желаю высоких доходов, чтобы вы могли себе все-все-все позволить. Мультифункциональный защитный крем, приятный, классный, SPF 50. Это очень бывает, что женщины ищут такой продукт и не могут найти. Он очень хороший. Тоже я пользовалась таким. Далее у нас идут комплексные уходы на Veg. И, на мой взгляд, это отличное решение от любых проблем. Серия Skinergize для молодой кожи, но ее могут использовать и пенсионеры. То есть если вы хотите, чтобы ваша кожа была увлажненная и розовенькая, да, то есть сияли щечки, то вам нужна Skinergize серия. Если вы хотите убрать мимические морщины, то вам нужна серия коллаген, потому что вот эта серия, она моментально подстегнет. Я вот как раз сейчас пользуюсь, у меня только сыворотка закончилась, и ночной и дневной крем сейчас у меня из этой серии полностью. То есть эта серия моментально стирает морщины. То есть мимики вообще нету. Все ровненько. Вы видите мою кожу, мне 47 лет уже с половинкой. И вы видите, в каком состоянии у меня лицо. Оно, конечно же, я считаю, классное для моего возраста. Далее, серия Ultimate Lift, она нацелена на то, чтобы контур подтянуть. То есть она именно такая целевая, у кого гравитационный тип старения, то есть провисает овал лица, то вам, конечно, эту серию нужно брать. Но эта серия с пролонгированным эффектом, и вы ей попользуетесь 3 месяца, перейдете на другую серию, а она будет продолжать работать, потому что задача этого комплекса — омолодить клеточки фибробласты на 20 лет. Они омолаживаются и продолжают активненько вырабатывать коллаген и эластин, за счет чего у вас будет вот эта вот упругость кожи сохраняться. Поэтому я раз в год беру этот комплекс и пользуюсь, а потом возвращаюсь к моему любимому коллагену. Он и подешевле, как видите, разница более 1000, да, для меня это как бы более приемлемая цена. Серия для взрослой кожи, здесь регенерация, кстати, брала себе набор. Взяла себе для контура глаз и губ отдельный крем, заказала и брала набор пробников, чтобы понять этот уход. И вот я вам что хочу сказать, что по консистенции очень сильно отличается вот от всех предыдущих серий. Мне показалось, что они более какие-то плотные, все крема такие, да, насыщенные, питательные. Сыворотка очень красивая, то есть в ней вот эти вот пузырики там плавают. Но аромат у этой серии, он какой-то невероятный. Я вот хотела его вдыхать и вдыхать. Честно, меня удивила эта серия. Мне еще пока рано, но я уже пробую, чтобы, ну, знать, как это будет работать. Да, готовлюсь потихонечку перейти на эту серию. Есть у нас серия против пигментации. Девочки сказали, что, ну, работает классно. Я брала только сыворотку из этой серии. И даже используя одну сыворотку, я увидела, как у меня посветлели пигментные пятна. Представляете, что будет, если вы возьмете весь комплекс? То есть кожа станет чище и приятнее. А эта серия у нас совсем новенькая, комплексный уход для чувствительной кожи. Девчонки, наконец-то, да, о нас начали думать, у кого чувствительная кожа, о вас вернее, потому что у меня бесчувственная кожа, мне все подходит. У меня из этой серии пенка, и я заказывала пробники, 3 набора тоже я брала с собой в Питер в дорогу. Ну шикарно, ну шикарно, такие легенькие текстуры, легко впитываются, нет никаких запахов отвлекающих. То есть, ну это, конечно, классные продукты. И есть такие вот продукты, которые нацелены на борьбу с воспалительным процессом на коже, да, если они есть. Мне идеально помогает вот этот продукт, эмульсия. У меня за ночь уходят все прыщики, дочке не помог. Ну видно, разное
как сказать, происхождение прыщей, да, у кого-то от одной проблемы, у кого-то от другой, мне помогает на раз-два просто. Я брала дочке вот такой гель, тоже он не справляется, потому что там идет на гормональном фоне изменения в коже, поэтому надо что-то другое делать. Да, конечно, помогает снизить все это, все процессы неприятные, но вот так, слушайте, какая приятная акция, смотрите. Набор «Экспертный уход». Крем антивозрастной. Вот такой крутой. Он все, кстати, пигментацию с рук всю стирает. Хороший уход. И обновляющая маска из биоцеллюлозы. Она же дорогущая. Она классная очень. Всего 799 рублей. Очень хорошее предложение. А второе предложение — это ночная маска для интенсивного восстановления кожи лица. Это даже эликсир. Да, прям я бы сказала. И масло-эликсир ночное для волос. Смотрите, какой классненький уход. Очень мне нравится вот это масло. Оно такое прям гладенькое стало. Оно стало более легкое, чем предыдущее. То есть волосы, они вот прям впитывают. Вот так вот я на волосы сразу переношу. Впитывают, не оставляет никакого блеска. Хотя и прошлое масло у меня тоже не оставляло блеска. Вот это масло не так вкусно пахнет, как предыдущее, но эффект от него лучше. Во-первых, здесь больше масел в составе, чем в предыдущих. А вот маска ночная, она вообще меня удивила. То есть ее нужно нанести на крем ночной и оставить. Утром встаете, а лицо как будто вот оно восстановилось. Прям вот реанимация кожи. Супер. Конечно, продукты у нас волшебные. Я ими восхищаюсь. Готова пить им пить за них. Так, что еще хочу сказать. Восстанавливающие капсулы с концентратом масел. Такие золотые рыбки волшебные. В них такой коктейль из 6 масел. И они просто вот кожу делают бархатную. Она такая становится мягенькая. Вот просто как, я не знаю, как такой бархатный диванчик. Я не знаю, такая прелесть. Так, далее масла. Вот жалко, что это отдельный каталог. Да? У меня набор вот таких масел, которые готовы сразу к использованию. Там есть ролик. 4 масла в наборе. Очень рекомендую взять, попробовать. Потому что они настолько эффективные. Они влияют на нас через дыхание, то есть мы их не используем для наружного применения, не в еду, да, мы их используем только как для эмоции, правильной эмоции. Например, не хватает энергии, мы берем энергию. Не можете уснуть, берете релакс. Или вам надо баланс, да, брать, или уверенность. То есть 4 масла, я ими всеми пользуюсь, мне очень нравится. Роскошная косметичка органайзер. У меня есть обзор на эту косметичку на канале, я забыла ее взять, она у меня в гардеробе лежит. Она очень удобная, шикарная по дизайну. Мне очень понравилось. И у нас есть концентрированный крем-скульптор для шеи и декольте. Я не знаю, как без него можно жить, потому что шея стареет быстрее всего. И эффект очень классный. Далее масочка. Вот такая у нас масочка, подтягивающая, кремовая для лица серии «Королевский бархат». Здесь экстракт черного ириса, который влияет на то, чтобы укрепить кожу, да, подтянуть ее. И вообще эта серия мне очень нравится. У нее роскошный дизайн, да, это вот просто дорогая красивая серия. И у нее очень хороший состав. Поэтому если, например, Novage дорого, то смело берите «Королевский бархат», если вам уже там 30+, и вообще классная серия. Я сравнивала крем с коллагеном, то есть я на один глаз использовала на одну сторону «Королевский бархат», на другую коллаген. Через месяц я просто посмотрела, я разницы не увидела, и там кожа была в отличном состоянии. У нас также есть серия Optimals уже для более молодой кожи. Optimals, мне нравится то, что она идет по типам кожи. То есть если серия Novage у нас идут по проблемам, которые нам надо решать, то здесь у нас идет по типу кожи. И, конечно, по ценовой политике здесь более уже доступная серия. И она тоже разнообразная, очень классная. Здесь можно подбирать себе. Например, вы возьмете уход один, их два варианта. Можно мицеллярную воду для снятия макияжа взять. Есть тоник, есть средство вот такое вот, безумно понравилось, 3D
Здесь как скраб, как маска можно использовать или просто как умывание. Посмотрите, что здесь есть в комплексе, можно, да, брать средства, как бы два продукта по такой цене. Кстати, цена, мне кажется, не дешевая, я бы так сказала. Конечно, набор так стоит 1600, 919 рублей. Ну, в общем-то, я надеюсь, что у вас есть дисконт в Oriflame. Если нет, вы мне напишите, я вам помогу оформить, чтобы у вас была дополнительная скидка 20%. Вот это хорошая цена на набор, прям отличная. 719 рублей 2 крема, потому что они дорогие. Сыворотка увлажняющая, шикарные патчи для глаз. Девочки, как они мне классно помогли. Я ревела весь вечер, уснула со слезами на глазах. Утром встала, у меня такой отек, кожа вся воспаленная. Я сделала патчи, у меня выровнялось. Вот знаете, я до этого их так не ценила и даже говорила, да ладно, ничего особенного. Но когда у меня возникла серьезная проблема, они меня спасли. Два варианта масок. Смотрите, одна увлажняющая, вторая очищающая. Она черная, с углем. Прикольные масочки, очень хорошие. Серия Pure Skin для молодой проблемной кожи. То есть здесь, чтобы и поры почистить, воспаление смягчить хотя бы, да. Но опять же, это не панацея, это не волшебная палочка. Однозначно уход необходим уже с молодого возраста. Но если проблемы серьезные, смотрите, что внутри происходит, да, обязательно. То есть мы не можем только снаружи, да, понятно же, что у вас не, скорее всего, не от грязи у детей идет воспаление, это и внутренние какие-то процессы, но воспаление все-таки с ним надо работать, если оно возникло. То есть мы и снаружи работаем, и ищите проблему внутри. Серия, как же она правильно называется, Essentials. Essentials, по-моему, такое мягкое, красивое название. Есть серия осветляющая, а есть серия как универсальная, да, для всех типов, для всех возрастов. Очень крутой триммер, очень крутой. Сама таким пользуюсь, им очень легко удалить нежелательные волоски. Он такой легенький, мягенький, нежненький, шикарное лезвие, прям супер. Роскошный аппарат Skin ProSonic 3 в одном. Я его в каждом видео прям рекламирую, постоянно в Instagram, в сторис показываю. Вот с этой насадкой, девочки, вы просто увидите жизнь, да, вообще в другом цвете или цвете, как угодно говорю, потому что это такой шикарный массаж. Наносите на кожу крем, да, сыворотку и крем, и сразу начинаете работать вот этой насадкой. Там идут очень мощные вибрации, 12 000, по-моему, 600, да, вот в минуту вибраций. То есть это не вращательные движения, а именно вибрация. И вот эта вибрация, она помогает расслабить все зажимы, все спазмы лица, расслабить мышцы. Крема, сыворотки лучше впитываются, да, лучше работают. И самое главное, это как бы расслабляется лицо, и все черты становятся мягче, морщины как будто бы разглаживаются. Я прям так и называю, утюжок для моей кожи. Можно, кстати, использовать скидку 50%, если вы участник клуба «Выгода плюс», то я, например, брала себе этот аппарат со скидкой 50%, получилось копейки, просто копейки. Так, что у нас тут со скидочками? Давайте-ка посмотрим. Эпилятор-пружинка. Зверская штука, вот реально можно пытки прям им проводить, но эффективно. Весь пушок прям убирает. Конечно, и кожа привыкает к такому прям выдиранию волос, но по-другому как их убрать? Я вот не знаю других вариантов, а у меня вот, например, пушок растет на щечках, и мне так понравилось, я удалила, и потом долго-долго-долго я не вспоминала об этом. Потом опять быстренько удалила и опять забыла надолго. Шикарная губка для умывания и для удаления масок. Вот поверьте мне, например, вот эти вот скрабы для лица, вот где вот в составе глина есть, они очень трудно смываются. Я без этого спонжа вообще не представляю, как умыться можно. Вот, кстати, моя любимая штука для снятия макияжа. Рекомендую. Вау! Вот просто когда увидела эту страничку, у меня такой крик издался. Вау, как красиво! Еще так сфотографировано, круто. Не знаю, насколько в деле будет вот видно вот это вот свечение камня. Обсидиан, он очень красивый, конечно. Вот. Но больше мне понравилось... забыла, как называется украшение, где такие длинные серьги.
На ше камень. Как же он называется? Посмотрите, каталог Норхена. Кстати, он у меня вот здесь есть. Я просто хочу вам показать набор, который... Мне два набора очень-очень понравились. Мне кажется, это просто произведение искусства какие-то. Так, вот этот камень. Шпинель. Черная шпинель. Они нереально красивые. Я видела их в Питере, в бизнес-центре. И вот набор мне с желудями понравился. Это же произведение искусства, посмотрите. Я бы очень хотела. И может быть, я как-нибудь себе закажу. Жалко, что нельзя использовать скидку 50% на эти украшения. Тигр мне очень понравился. Кстати, по гороскопу я тигр. Вот, но это что-то с чем-то. Прям еле-еле себя держу в руках, чтобы не заказать. 2800. В принципе, цена-то невысокая. Камень редкий, очень красивый. Ну и такой бы я тоже набор хотела. Я люблю, когда вот такие длинные сережечки висят тут, да, такие камешки. Вот это очень оригинальная цепочка сделана, как шнурок такой единый. Так, далее. Для волос. Я понимаю, что видео длинное, поэтому немножко ускоряюсь. Расчески все классные в Oriflame. Вот любую берите. Единственное, мне вот для распутывания вот это не очень понравилось. Держать. У меня она частенько вылетала из рук. Волосы длинные. И я провожу там, она у меня улетела. Особенно если масло сначала было нанесено, да, на пальчиках или крем, то она, конечно, выскальзывает. Я сейчас себе заказала новую расческу в серии Elio с ручкой. Может, она здесь где-то есть. Да, вот я вот эту себе заказала. Она меньше, но она такая удобная в руке. Вы просто не представляете, она очень крутая. Средство для... как сказать, мультифункциональный CC-крем для того, чтобы убрать статику, защитить волосы, чтобы они распутывались, легче расчесывались, приятно пахнет, напитанные, блестящие. То есть тут столько у этого продукта показаний, которые прям надо брать и применять. Там прям крем вы распыляете, и у вас крем такой, капельки вы вот так растираете и на волосы. Роскошный набор для восстановления волос, то есть против выпадения. Ребята, он работает очень круто. Но особенно будет эффективно, если вы добудете тоник. Его вот постоянно нет на складе, разбирают в момент. Конечно, с тоником будет результат быстрее, более стойкий, да, результат. Но мне хватило вот этого. Буквально один шампунь, и у меня волосы перестали выпадать примерно меньше в 4-5 раз. То есть я удивлена, что у меня на расческе буквально 5 волосков. Это у меня был шок, просто шок. Серия для окрашенных волос. Мой любимчик, конечно, сыворотка. Я сначала использую масло на мокрые волосы, наношу масло. Сушу волосы. А потом уже на сухие волосы я наношу буквально вот 1-2 капли. Я вот так выдавливаю чуть-чуть продукта. Также на пальчиках распределяю. И только на кончики вот так вот. То есть после того, как я волосы высушу, чтобы вот совсем вот эти кончики были идеальными, такими вот гладенькими, я наношу сыворотку вот эту. И поверьте мне, я никогда не использую там утюги для волос или что. Хотя у меня волос некрасив, то есть он не гладкий. Он немного, да, как вот искаженный, некрасивый. Нет такой волны красивой, вот он просто какой-то такой бесформенный. А благодаря маслу и сыворотке просто гладкий, красивый волос. Хорошее полотно, да, без всяких искажений. Поэтому очень рекомендую эту сыворотку. Она огонь, просто огонь. Краска для волос, моя любимая, 9.0. Как я ее обожаю, потому что я даже не думала, никогда не гадала, что у меня может получиться такой приятный, такой живой, естественный цвет волос. Я ее обожаю. Здесь внутри в инструкции перчатки. Вы знаете об этом, потому что многие не разворачивают и говорят, а перчаток нету, они там. Роскошная маска. Вот равные этой маске может быть только вот эти маски. Вот они похожи на эту, но от этой маски у меня просто, ну, восторг, потому что после нее, а может быть еще потому что сразу только окрашенные волосы, еще это играет роль. Маска классная. Очень просто пользоваться. Выдавили краску, взбили, отломили кончик, и я сама дома крашусь. Посмотрите видео, как я делаю окрашивание в домашних условиях. Раз-два и готово. Не надо никуда ходить и платить огромные деньги. Все отлично прокрашивается. Далее серия.
просто блеск и красота. У меня, видите, уже мыло заканчивается. Практически очень вкусное мыло, очень приятное. Я с ним и купаюсь, да, мы все купаемся, пользуемся, ручки моем. Густой, концентрированный продукт, видите, вот на просвет. Ароматное, душистое, удобное, 300 миллилитров счастья. И бочонок крема, серия лимитированная, поэтому успевайте заказать, чтобы побаловать себя очень классными продуктами. А вот серия Beautanicals, очень классная серия. На 95% натуральный здесь состав. Экстракт жимолости придает такой приятный аромат, что хочется нюхать и нюхать. Просто очень нравится. И шампунь, и вот средство для купания, да, очищающее средство для душа. Мы с ним моем ручки тоже. У нас три точки дома, где должны стоять жидкое мыло. Это кухня, первый этаж, душ, да, туалет гостевой, и второй этаж. Поэтому расход очень большой. Мне нравится, что их так много у нас разных. Везде стоят разные. Это очень приятно. Очень. И, конечно, кондиционер. Лучше брать и то, и другое в паре. И здесь как раз наборчик за 599 рублей. Отличное предложение. Ох, я уже теряю голос, если честно. Сейчас выпью глоток воды. Когда так долго говорю, голос немножко садится. Так, что это? Это что? Последний раз в каталоге. Как такое может быть? Я не верю. Я не могу поверить, что уберут кокосовую воду. Вы что? Дыня и кокосовая вода. Возьмите хотя бы раз, попробуйте. Это вкуснятина. Шикарное жидкое мыло. Боже мой, а кто убирает клубнику? Да не поверю в жизни, что могут мыло с клубникой и слаймом убрать. Правда, у меня просто шок. Это, знаете, истерический смешок уже. Гель для бритья. Мочалка для душа тоже уходит. Как-то даже странно это видеть. Обожаю серию Essence & Co. Можно брать любой продукт. И они все крутые. Вот все крутые. Тут натуральные эфирные масла. У меня сейчас здесь гель для душа. Здесь шафран и пачули. Такой легкий восточный аромат. Очень приятный. Видите, какое густое мыло. Здесь натуральные эфирные масла. Какая кожа потом. Такой тонкий аромат, изысканный. И, конечно, выглядит это настолько стильно и красиво, что однозначно, да, сразу напрашивается такой вопрос: классно бы такое подарить кому-нибудь классному, чтобы они наслаждались. Так, для ног. Что у нас для ног? Пилочки, щипчики, всевозможные, все, да. Но самое главное — это крем для загрубевшей кожи ног. Роскошная маска, интенсивное питание. Очень интересный продукт — это лосьон увлажняющий. Вы знаете, у меня было такое впечатление, что, как бы сказать, что вот он просто исчезает с кожи, и она такая, как будто ее жидким тальком обработали, что ли. Вот она такая гладкая-гладкая, мягкая-мягкая. Удивил меня этот продукт в хорошем смысле. Сыворотка-размягчитель мозоли и натоптыши. Кстати, есть у меня этот продукт около кровати в косметичке стоит, потому что я им пользуюсь, на пальчики наношу. Там такую капельку надо, прям маленькую. И хватает на очень большую площадь ног. Тоже классно работает, если регулярно пользоваться. Так, щетки, зубные пасты. Зубная паста одобрена Ассоциацией шведских стоматологов. Мне кажется, этим все сказано. Шикарные зубные пасты. Серия для самых маленьких, для наших новорожденных. Любые три средства за 1059 рублей. Отличное предложение. У нас девочки, у кого малыши родились, все затарились этими средствами. Говорят, они очень крутые, гипоаллергенные. Малыши довольны. А для более уже таких большеньких, 2-3 годика, мы уже заказываем, да, что-то посерьезнее. У нас есть шампунь для волос и тела, мыло в форме львенка. Здесь у нас Винни-Пух, да, ладошка с ароматом персика. Малюсенький крем 30 мл для рук, крем мечты. Мажем руки, загадываем желания, они исполняются. Наборчик, кстати, 119 рублей. Масочки, которые я вам показывала для лица. Вот у меня сейчас нет такой маски. А для волос я их обожаю.
просто обожаю. Они классные. Кстати, одного пакетика мне хватает на 2 раза. Можно даже на 3. Но я обильно много наношу. На 2 раза за глаза хватает. Дезодоранты на любой вкус. Кремовый, спрей, шариковый. Ну вот не устоять же. Я люблю шариковые больше всего. Гель для интимной гигиены. Однозначно шикарный продукт. Я люблю какой-то, беру голубой, розовый или зеленый. Мне они все нравятся. Или желтенький. Я их просто чередую. То один, то другой. Тоже стоят в разных местах разные. И все мне нравится. А тут... Тутум! XXL 400 мл за 159 рублей. Это мега классное предложение. Берите смело. Discovery серия. Очень всем нравятся. Такие гели волшебные, душистые, ароматные. И большие, самое главное. Крема для рук. Слышите, такое разнообразие. Любимчик. То, что должен быть у всех. Это питательная маска с Swedish Spa. На ночь обязательно, смотрите, она густая, густая, густая. То есть это прям вот, вот смотрите, просто это прям вот маска-маска. Уже не знаю, куда нанести. Я наношу толстеньким слоем, оно впитывается, а утром я встаю, у меня нет морщин. Вот здесь вот заломы появляются, а их нету. Кожа мягкая, кожа классная, да, все. Где кутикула, я много наношу, чтобы все за ночь напиталось, все было красивенькое, потому что, ну, руки же всегда на виду, всегда мы их видим, да, всем показываем. Заказала себе вот такой крем для рук Botanicals, еще не пользовалась, потому что у меня так много открыто, но очень хочу, потому что мне эта серия нравится безумно. Такой тюбик, да, 50 миллилитров, кстати, смотрите, как акварельные краски. Обязательно всем, обязательно, смотрите, это средство антибактериальное. Очень крутое. Да, дорого, но мы берем это каплю побольше. Я, когда мы были в Питере, вот смотрите, мы за все время пребывания в поездке использовали половинку всего лишь. И мы начинаем так наносить и подышите им. Тут прям как это через нос. Так вкусно, кстати. Немножко резко сначала, но как будто обеззараживает все еще, да, через вдыхание. Очень мне нравится. Постоянно его берем тоже. Хотя, можно сказать, дорого, но надолго так хватает. Просто нереально. Какие вкусные у нас мыла. Они шикарные. Обязательно попробуйте хотя бы раз мыло Swedish Spa. Оно массажное. Там есть вкрапление, это водоросли. Оно очень мощно отшелушивает кожу. Намыльтесь вот просто в душе и постойте. Займитесь пока там пальчиками, да, щеточкой потрите педикюрчики там себе, освежите. Не знаю, может быть, еще что-то поделаете. То есть побудьте несколько минуток в этом мыле. Да, вот пенку прямо на коже сделайте, а потом намочите мочалочку и смойте все это. И вы увидите, как у вас слезет вся мертвая кожа и останется просто красота, чистота и благодать. И завершает наш обзор, наш каталог вот такие вот классные штуки. Это специальное смягчающее средство. Их очень много разных. У меня сейчас в руках вот такое с эквадорской розой, новое прям открыла из коробочки, но еще не начала. Это, по-моему, с ароматом абрикоса. Они все время все разные выходят. Я их все обожаю. У меня еще штуки 3 где-то лежат по всему дому, они у меня есть. В спальне обязательно, в ванной, где косметика, за рабочим столом, то есть их очень много открыто. Здесь будет черника, гранат, клюква. Выбирайте, какое вам больше нравится, а лучше берите все и наслаждайтесь. Потому что это средство мы берем, капельку наносим на губы или кутикулу, локти, пятки, болячки, то есть все, что сохнет, даже можно на кожу вокруг глаз. На кожу лица, где вот есть шелушение, воспаление, да, такая вот бывает кожа, особенно зимой, натертая, особенно детки натирают себе носики. Я помню, дочки все время мазала на ночь этим средством, а утром вставали, и носик был чистенький, хорошенький, и все было классно. Вау, кто со мной был до конца? Вы просто мои герои. Я вам желаю супер крутого каталога. За 2 недели нужно все это вкусненько успеть всем рассказать и показать. И напоследок, да, давайте вот потрем. Я вам покажу просто стойкость этих средств. Так, тут у нас были помады ультракремовые
5 в одном. Здесь матовые стойки, давайте вот я их потру. Есть, да, немножечко вот растираются, но не сильно. Здесь ультракремовая, она мягкая, да, она не будет стойкая. Здесь Giordani, видите, достаточно стойкие помады все-таки. И, в общем-то, а это у нас стики для лица, хайлайтер, румяна и коррекцию делать. Все, все показала вам, теперь вы в курсе, да, все как держится, насколько продукция волшебная, какие можно с ней творить чудеса, как в макияже, так и по здоровью и по уходу. Я вас очень люблю, спасибо вам за внимание, всех вам благ, успехов и отличного каталога. Всего вам доброго, пока-пока.